Обзор на инструмент Work Pro для группы AliExpress для мужиков. Такая маленькая отверточка, стоит в районе 500-600 рублей. Обладает реверсом. Ну, очень удобно в руке лежит. И много-много маленьких насадочек. Крутить всякие интересные вещи, типа торксы, квадратики, шестигранечки. Все есть. Прикольно, удобно, надежно, крепко. Нету корпуса, нету никакого чехла. Вот единственный недостаток, хоть какая-нибудь сумочка была бы. Но, видимо, подразумевается, что она будет на столе лежать. Большой набор отверток. Покупал с большой скидкой. Потом скажу, напишу точнее в группе, сколько это стоило. В районе, по-моему, 500 или 600 рублей. Отвертки 3 крестовых, 3 плоских, переходник. Под вот такие насадки. Насадок очень много, вообще множество видов, по несколько штук. Есть квадраты. Очень редко бывают квадраты. Тут есть квадраты всех размеров. Есть шестигранники, хорошие отвертки, мне нравится. Сломать пока не удалось, кроме одной вот этой плоской, которую я благополучно что-то пытался отковырять, и она упала. А так вот даже звездочки есть. Классный набор, хороший кейс, есть небольшие заусенцы, но за цену в районе 600 рублей вообще офигенный набор. Дальше такой огромнейший набор для дремеля, всякие биты, всякие фрезы. Единственное, что вот все, что касается насадок вот такого вот типа, сейчас покажу, вот такого вот типа, оно на больших оборотах разлетается очень быстро. А вот все бормашинки, все вот эти вот камушки, я пробовал по чуть-чуть, все работает вообще отлично, мне нравится. И здесь еще есть огромная куча всяких шкурок, пока не открывал, не пробовал, не было нужды. Кейс удобный, прозрачный, все видно, все на своих местах. Опять же, стоит очень недорого, рекомендую. И сама дрель, сумки. Опять же, жалко, что не в коробке, может быть, дороже это было бы. И молния. И молния у нас заедает самый ответственный момент. Бормашинка. Тоже Work Pro. В руке лежит вообще шикарно. Прям диаметр отличный. Кнопка утоплена. То есть так случайно ее не нажмете. Регулировка скоростей. Все шикарно. Только в комплекте опять же нет удлинителя гибкого. Чтобы этим пользоваться было бы более удобно. И в комплекте идет тут всякие рекламки. Базовый наборчик ключик. И несколько простеньких насадочек. Тоже кому надо, имейте это в виду, что это все тут есть. И, конечно, самый шикарный набор инструмента, который я там купил. Стоил он в районе всего 5500, примерно так. И все, что остальное мне досталось, оно досталось мне бесплатно, потому что я применил шикарный купон, который, опять же, нашел в группе AliExpress для мужиков. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть 164 предмета. Половина головок, половина ключей метрических, а половина головок, половина ключей дюймовых. Это очень удобно, потому что бывают некоторые виды... Ох ты, какой тяжеленный он! Некоторые виды в машинах, велосипедах и так далее, где нужны ключи именно дюймовые, потому что метрические там буквально чуть-чуть не достают. Головки такие, головки обычные маленькие, головки удлиненные. Вот все, что синенькое, это одно, все, что красненькое, это другое. Это... Что у нас тут? Красненькая это дюймовая, синенькая это метрическая. Три вида трещоток. Сейчас повыше. Ух ты! Тяжеленный набор за 5500. Это вообще шикарно. С учетом того, что и дремель, и отвертки идут бесплатно по факту. Опять же, еще куча отверток, удлинители, всякие адаптеры. И самое главное, два мультитула. То есть те, кто на велосипедах катаются, оценят. Мультитулы есть. Опять же, дюймовый, метрический. Вообще шикарный набор. Кейс здесь сделан. Намного лучше, чем кейс для отверток. Заусенцев нету. Все очень жесткое. Это шикарный набор. Опять рекомендую. Work Pro очень хороший инструмент. Особенно, если вы берете с очень хорошей скидкой. Следите за группой, следите за купонами. И очень хорошо экономьте.